Мы не попрощаемся, что они о нас подумают? До конца своих дней. А какие они песни напишут? Не бери в голову. Завтра важный день. Извини, что? Завтра всегда важный день, ведь у нас есть машина времени. Я, пожалуй, пропущу завтра. Помнишь, я просила вернуть меня завтра утром? Ты когда-нибудь убегал от чего-то, потому что был напуган? Или не готов? Или просто... Просто потому, что ты мог? Однажды. Давным-давно. Что случилось? Hello. Привет. Правильно. Доктор, есть кое-что, о чем я тебе не рассказала. Нет, подожди, это ведь телефонный звонок? Люди звонят тебе? Что ж, это ведь телефонная будка, не возражаешь? Алло? Извините, кто? Нет, серьезно, кто? Сказал, что это премьер-министр. Сначала королева, теперь премьер-министр. Не слишком ли, как думаешь? Какой премьер-министр? Какой премьер-министр? Британский. Какой британский? Какой британский? Уинстон Черчилль, тебя. О, привет, дорогой, что случилось? Ситуация запутанная, доктор. Потенциально очень опасная. Я думаю, вы мне понадобитесь. Не переживайте, премьер-министр, мы уже в пути. Спим крепко мы, живем мечтами. Любовь под нами терпит годами. Вот сну конец, мир должен знать. Доброму зверю нельзя страдать.